Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. И ник приручения. Часть первая. Пух лезет. Ну. Выше, то есть. То есть. Слазь, говорю, слазь. Слышь? Ага, понятно. Кота нас ждет. Че, кот где-то бегает? Кот же где-то бегает рядом. А? Ну иди. Ну и что там? Слазь. Слазь, говорю. Фокусы опять начались. Ну? Она вся чешется. Ну, давай. Ну, все проверила, нет? Это что-то ей, вот, ей не нравится, и все. Что ей не нравится-то? Ой, кот прибежал, ну конечно. Кот прибежал, любимый. Ага. Коту надо внимание уделить. Ну быстренько. Иди ешь. Это она будет вредничать. Все, вот на кота надо внимание обращать будет. Какая ломучая, но это вообще что-то с чем-то. Ну, вредина. А, вредина. Ну ты на по-своему и все, чтобы ее не трогали. Чтоб не трогали ее и все. Давай слазь. Слазь, говорю. Ну конечно, ну потом пообнимаешься. Давай. Кого она? Вот кого ей надо? Вот я ничего не пойму. А? Что-то рука одна не понравилась. Ну? А? Там манули ее раз. А? И чё? А? Ну. Вот хочет она, хочет, но будет ломаться. Ну, и чё? Чё не нравится-то? Ну вот почему такая дурная-то? Вот ей запах важнее, чем все остальное, чем еда. А? Вредина? Ну, давай. Ну? Ну? Нет, она... Руки чем-то пахнут, она все не понравилась ей. Вот не понравилось, и все.
услышала мясо. А мясо за мясо подойдет она. Да? А? Слазь. Дай. Кот тоже услышал мясо. Тоже наготове уже. Если лиса будет вредничать, коту достанется. Ну? Ну иди, чего далеко убегаешь-то? И что, два кусочка съела и все, что ли? Сейчас коту тогда все отдам. Ну? Ты что, не голодная, что ли? Сидишь целый день, и жарко она это самое. То не одно, то другое. Ну, давай. Ну, больше уговариваешь ее, чем она ест. Вот ищи, куда упала. Давай. Ну. Ей все надо проверить. На 300 рядов проверить все надо. Как, кого пошла-то куда? Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Сейчас коту отдам, будешь ломаться. На. А кот мышей объелся. Ага. Сейчас она за лапу его схватит. Ну иди. Она меня начинает постепенно это доставать своим упрямством. Ну? Ну иди. Нифига она не хочет. Кота ей, короче, надо поиграть. Все, короче. Она мне достала уже сегодня.